покажу. Местный народ здесь, армяне, они очень теплый народ. Нам приняли как свои. Сейчас они говорят, что наши грузины, наши аджарцы, это нам дает такое теплота и гордость, что мы, наверное, в другом месте не будем так чувствовать. Даем молоко, продаем живой этот вес мяса, вот наш доход. Производим картошку. Знаем, что в Джавахете происходит такой картошка, которой в мире нету. Представляешь? Вот, надо немножко от правительства, чтобы техника вовремя обеспечивала сельские хозяйственные техники, чтобы легче не обрабатывали земля. И надо современный тренинг пройти сельчанов, чтобы производим это был выше качественная эта продукция, чтобы не только грузиву, за границу можно отправить. Надо первым детям надо учиться. Если сад будет детский сад, потом они продолжат в школе, потом в любом университете проблем у них не будет. Потому что это 5-6 лет зря проходит это время. У кого-то не оформлен еще дома насчет земли. Ну, это постепенно исправить, я думаю, что исправить.